Гаражная тяжба. Представители муниципальной милиции, службы участковых и комитета по управлению имуществом решали, как быть с незаконными постройками на улице Автодорожной. Гаражи были установлены здесь несколько десятилетий назад. Сейчас на этой территории запланировано строительство дома. Единственное подъездное пространство и место для будущего палисадника занято. Предупреждения о самостоятельном демонтаже гаражей неоднократно присылались владельцам, но действий не последовало. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Специализированная техника была готова перевести две самовольные постройки на штрафстоянку. Представители владельцев гаражей утверждают, что сделанные ранее предупреждения не видели. Сегодня осложнилось тем, что собственник не явился, мы его вызывали, и в данном гараже находится автомобиль. То есть это маленько осложнило демонтаж, так как необходимо присутствие сотрудников ГИБДД, которые и осуществляют выезд и транспортировку транспортных средств из гаража. То есть в ближайшие дни этот вопрос будет урегулирован, и демонтаж будет осуществлен в принудительном порядке. Также все затраты по поводу демонтажа будут отнесены на собственника, то есть пользователя данного гаража. В таких случаях демонтированное имущество хранится на штрафстоянках, пока его не заберет собственник. Чтобы не было таких ситуаций, советуют специалисты, нужно обращаться в управление архитектуры Златоуста для заключения договора аренды земли.